Началось заседание с вручения удостоверения Надежде Пономаревой. Ранее она работала в Курской областной думе. Затем депутаты приступили к рассмотрению вопросов повестки дня. Было принято решение предоставить предпринимателям, пострадавшим от последствий пандемии, налоговую льготу. Мы устанавливаем льготу на налог на имущество физических лиц, которые имеют ставку налога 2%. Мы им даем возможность заявить льготу до 65%. Еще одно решение горсобрания – все фонтаны в Курске теперь будет обслуживать и содержать комитет ЖКХ, кроме вопросов реконструкции и строительства новых.